Привет! На связи GeekBrains. Здесь мы разбираем самые волнующие темы из мира технологий. На нашем канале мы часто рассказываем о современных диджитальных профессиях. Мы уже познакомились с iOS-разработчиками и DevOps-специалистами. Сегодня поговорим о веб-дизайнерах. Что такое веб-дизайн? Веб-дизайн – отрасль веб-разработки и разновидность дизайна, которая занимается проектированием пользовательских веб-интерфейсов для сайтов или веб-приложений. Дизайнер работает с данными, изучает пользователей и их интересы и только потом располагает блоки на сайте, придумывает цветовую схему, расставляя визуальные акценты. Профессия появилась только в конце 80-х с появлением интернета. Веб-дизайнер отвечает за то, как выглядит и воспринимается сайт. Он создает баннеры и другие элементы графики, продумывает навигацию по сайту, определяет, где следует разместить текст. Кроме стильного оформления, финальный вариант должен соответствовать стандартным требованиям, предъявляемым сетью. Все графические элементы, например, логотипы, баннеры и рисунки, должны быть оптимизированы под размеры экрана, на котором пользователь будет просматривать страницу. По мере развития веб-дизайнер или фокусируется на одном направлении, или учится работать над всем продуктом, совмещая роли UX/UI-дизайнера с веб-дизайном. Об этом мы обязательно расскажем в одном из следующих выпусков. Веб-дизайнеру любого направления необходимо постоянно актуализировать свои знания, смотреть на последние тренды и новые технологии, чтобы создавать современные продукты. Поэтому такой специалист — это не только создатель интерфейса, который отвечает за то, как выглядит и воспринимается сайт, а также аналитик, проектировщик и тонкий психолог. Сколько зарабатывает веб-дизайнер? В целом, профессия довольно прибыльная. Джуниоры, младшие дизайнеры, получают от 20 тысяч рублей даже на удаленке. Специалист среднего уровня получает от 60 до 120 тысяч рублей. Синьор может рассчитывать на ежемесячную оплату в 150 тысяч рублей. С годами можно вырасти в руководителя и управлять своей командой профессионалов. Какими навыками должен обладать веб-дизайнер? Вопреки распространенным стереотипам, веб-дизайнер не должен уметь рисовать, чтобы собирать макеты классных сайтов. Достаточно чувствовать себя уверенно в использовании полезных инструментов. Начать можно с Figma и InVision, а при желании освоить базовые навыки Photoshop и Illustrator. Если вы чуть-чуть разбираетесь в HTML и CSS, это большой бонус. Эти навыки помогут представить, как будет выглядеть ваш сайт на верстке. В Geek University изучение кодинга входит в программу обучения профессии веб-дизайнер. Если вы давно мечтаете собирать крутые интерфейсы и веб-сайты, работать из любой точки мира — это профессия для вас. Переходите на наш сайт и оставляйте заявку на обучение прямо сейчас. После обучения ты получишь портфолио, знания, стажировку в компании и помощь с трудоустройством. Это GeekBrains. До новых встреч в следующем выпуске.